Здравствуйте. Нанесение камешковой декоративной штукатурки Цезика 100-174 1,5 мм. На фасад дома. Фасад без утепления. Дом из газобетона оштукатурен штукатуркой. Выполнен базово-армирующий слой. Нанесена кварцевая грунтовка. Кварцевая грунтовка Церезит С116. Обратите внимание, что под декоративную штукатурку, под камешковую, нет необходимости в колировке грунтовки. А вот по темный караед нужно грунтовать. Имеется в виду колировать грунтовку кварцевую. А под камешковую можно просто использовать базу, экономить на колеровке. Наносится декоративная штукатурка. Металлической теркой пластиковая запирается. Здесь декоративные элементы вокруг окон. Декоративные элементы вокруг окон выполнены из пенополистирола, обработаны базовым армирующим слоем из клея и фасадной стеклотканевой сетки. Также установлены элементы примыкания и уголки. Вот как наносится финиш камешковой фактуры. На плоскости нанесем караед. А краев базы, по-моему, да? Да, база, по-моему. Беленький. Не стали заморачиваться, нанесли просто базу. Он достаточно хорошо смотрится. Тем более в сочетании с серыми цветами. Я считаю, нет смысла в этом случае переплачивать за колеровку. Возвращаемся к ребятам. Они здесь потихонечку продвигаются. Процесс идет. Вот я к вам как удачно заехал. Два домика ваших снял. Надо почаще выбираться. В Можайске далеко туда не доехать. Вы там тоже покрасили уже, да? Где? В Можайске или там другие ребята там есть? Где? Они уже покрасили, да. Саня поехал сейчас еще один домик смотреть. Так что вот потихонечку все делается. Вот маркировка ведра, цвет Небраска 2. Вот Небраска 2 на фасаде. Правда, еще не высохший в нанесении. При высыхании он немножечко темнеет. Как видите, ничего сложного нет. Главное не останавливаться, чтобы не было остановок, перекуров, звонков по телефону, ну и так далее. Занимается своим делом.
обратите внимание на всякие мелкие элементы специально подрезанной терки по ширине, по конфигурации, узкие там всевозможные треугольные и так далее. Это уже бригада себе готовит каждая для себя, чтобы можно было добраться в углу, в любой самый дальний уголок фасада. Чтобы везде-везде можно было нанести, затереть. Сделать красиво. Ребят, вот вы скучные. Вот снимаешь узбеков, они привет маме передают. А вы вот никак. Ну, конечно, едет раз в год домой. Ну, да. Увидит, налогами обложит. Ладно, тогда убираю камеру, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, счастливо, до свидания.